Привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Сейчас распакуем, посмотрим, что там. Это счетчик электричества, которое потребляют ваши бытовые приборы. Счетчик подключается в разрыв между вашим прибором и розеткой. То есть сначала в розетку подключается этот счетчик, а затем в этот счетчик подключается ваш электроприбор. К примеру, можно с помощью этого счетчика измерить, сколько потребляет электрочайник, сколько потребляет ваш утюг, ноутбук, холодильник и так далее. То есть те вещи, над которыми мы не задумываемся и которые у нас постоянно включены, мы можем померить, сколько же электроэнергии каждый прибор потребляет, и таким образом сможем сделать некоторые выводы и, возможно, сэкономить электричество. К примеру, возможно, стоит перейти на два тарифа оплаты, когда ночью платится меньшая сумма за электричество, и перевести некоторые приборы, такие как стиральная машина, бойлер, на преимущественно ночную работу. А может быть, этого делать и не стоит, и принять решение нам поможет вот такой вот счетчик. Мы, еще раз скажу, можем в этот счетчик подключить любой прибор, задать внутри него тариф, сколько стоит наша электроэнергия, и счетчик посчитает за какой-то промежуток времени, к примеру, за день или за неделю, сколько потребил наш электроприбор и сколько денег мы заплатили за его работу. Счетчик показывает напряжение сети, показывает текущее потребление электроэнергии в амперах и ваттах, и также показывает максимальное значение потребления в амперах и ваттах отдельно. Есть возможность настроить предупреждение, то есть звуковой сигнал, если наш потребитель энергии выходит за заданные рамки. К примеру, мы можем задать, сколько максимально ватт или ампер должен потреблять прибор, который включен в этот счетчик, и если реальное потребление превысит заданное, раздастся звуковой сигнал. Ну и, конечно же, счетчик способен подсчитывать, сколько всего киловатт-часов потребил наш потребитель и даже сколько денег это нам стоило. С этим мы разберемся немножко позже. В нижней части экрана есть 7 столбиков. В этих столбиках будет графически отображено реальное потребление энергии нашим потребителем за последние 7 дней. То есть мы наглядно, графически сможем увидеть, в какой день недели, к примеру, наш потребитель энергии потребил больше, а в какой день недели меньше. Перед началом использования счетчика нужно настроить несколько параметров. К примеру, хорошо бы задать текущее время. Для этого нажимаем несколько раз кнопку Display M-, пока на экранчике не появится иконка часов. Далее удерживаем кнопку Set несколько секунд, и теперь мы имеем возможность с помощью кнопок Value H+, и Display M- установить часы и минуты соответственно. А с помощью кнопки Set мы можем обнулить секунды. Когда настройка завершена, нажимаем ОК. И второй параметр, который нам нужно настроить для того, чтобы счетчик подсчитывал нам стоимость электроэнергии, которую потребил прибор, включенный в счетчик, это наш тариф на электроэнергию. Нажимаем несколько раз Display M-, пока мы не увидим иконку Cost и иконку киловатт-часы. Затем опять же нажимаем Set и удерживаем несколько секунд. Теперь мы имеем возможность настроить стоимость киловатт-часа. Можно не привязываться к валюте, настраиваем в той валюте, которая вам удобна. То есть, если я плачу 1 гривна 68 копеек, то я так и указываю 1.68. Если у вас установлен двухтарифный счетчик, то есть стоимость электроэнергии днем и ночью разная, к примеру, ночью обычная электроэнергия дешевле, вы также можете задать отдельно стоимость электроэнергии для дневного времени и отдельно для ночного времени. После этих настроек счетчик будет автоматически применять дневной или ночной тариф и будет автоматически подсчитывать ваши затраты на электроэнергию, который потребил прибор, который включен в счетчик. Счетчик электроэнергии очень полезная штука. К примеру, мы можем померить, сколько стоит заварить чайник. Закипятить чайник лично для меня стоило 15 копеек. Не так много, но не так и мало. Давайте померяем, сколько стоит одна стирка в стиральной машине. В обычном режиме стирки, который я обычно включаю, одна стирка мне стоила 48 копеек. И, конечно, стоит померить, сколько обходятся привычные нам приборы в день. К примеру, мой роутер или холодильник, или ноутбук, колонки и так далее. И я уверен, что благодаря этому счетчику меня ждут как приятные, так и не очень приятные сюрпризы. Но в любом случае, это будет повод для размышления и способ найти пути для экономии. Еще одна фишка счетчика состоит в том, что если его отключить от сети, то он продолжает работать, видимо, на встроенном конденсаторе или на встроенной батарее. То есть вы не теряете настройки, не теряете показания, если вы решили счетчик переключить в другую розетку. Качество изготовления прибора мне понравилось. Нет ощущения, что это дешевый китайский прибор. Достаточно качественный экран, качественный пластик, качественные кнопки и есть защита от детей. Гнезда розетки, когда они не используются, закрываются шторками. Таким образом, внутрь не попадет пыль и ребенок ничего не всунет в розетку. Максимальная мощность прибора, который может быть включен в этот счетчик, 3680 Вт или же 16 Ампер. Напряжение 230 Вольт, частота 50 или 60 Гц. Кстати, частоту сети прибор тоже показывает.
показывать. Полезная штука, могу рекомендовать покупки абсолютно каждому, поскольку у каждого дома наверняка есть какой-то потребитель электроэнергии, который, возможно, начинает выходить из строя и потребляет больше, чем должен. Обнаружить такой прибор, заменить его до того, как он вышел из строя, и прекратить излишнее потребление электроэнергии, мне кажется, будет полезно абсолютно каждому. Ссылка на продавца, у которого я покупал, будет под этим видео. Переходите, покупайте, понравился вам счетчик или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Если видео было полезным, ставьте палец вверх. Пока!